Вы пытаетесь сказать, что если я переправлю эти письма отсюда сюда и не стану читать их, это будет именно то, что я должен делать? В точности. Должным образом. Безукоризненно. Зачем тогда нужен министр? Чтобы принимать политические решения, господин министр. Вы принимаете, мы их выполняем. А как часто требуются эти политические решения? Ну, время от времени.